Привет, дорогие уважаемые подписчики. Смотрите, как я оделся. Закупорился. На улице холодно, хоть и солнышко. Так, а что, дверь открыта здесь в сарай-то? Я что, не закрою, что ли? Обалдеть. Я не закрыл вчера. Да. Вот. Видите? Не закрыл. Всю ночь открыто было. Ну ладно. Короче, сегодня задача, знаете, какая у меня? Надо заняться вот этой кучей. Разобрать ее. Как вы помните, к нам приезжает собачка наша. Наша лабайчик, которую мы приобрели. Вот, и надо делать будку, вольер. В общем, на первое время мы хотим сделать будочку. Насчет вольера не знаю, но будку нужно будет сделать. Вольер тоже сделаем, но пока мы не решили, где будет находиться место для вольера. Вот подпадает у нас вот сюда. Сходимся с Людмилой. То, что вот здесь вот возможно сделать. Но он должен быть 4 метра. Опять же, здесь будет перекрыто, но с другой стороны наоборот нормально. И у нее будет взор и туда. Туда, в ту сторону. Сюда. Туда и туда. То есть во все стороны. Ну, кроме вот той стороны. Вот. Давайте вот прикинем 4 метра. Давайте считать будем от окна, допустим. Вот отсюда. Сейчас я буду считать шагами примерно. Посмотрим. Раз, два, три, четыре. Ну вот до сюда. Вот смотрите. До сюда. Вот можно вот даже сделать так. Ну, сантиметров 20 поменьше. Вполне. Почему бы и нет? Так-то нормально. Да, друзья? Ну, конечно, вам еще может быть не совсем понятно. У нас тут расположение всего. Но однако вот мысли сейчас пали на это место. Где-то у забора нам неохота. Чтобы подальше, так сказать, от контакта людей. Вот. Где-то вот на нейтральной такой территории, чтобы нам было видно с дома. И вообще людям было видно. Что, кормить ходила? Да. Поприветствуй друзей наших. Покормила, там у них 11 градусов плюс. Сейчас минус 20. На улице, да. Так, ну что, Людочка, я вот смотрю тут. Вот, в принципе, тут заготовлено, надо снег вот этот убрать. Надо посмотреть по размерам, да, сколько? Вот здесь вот длинные, так сказать. А длиннее? Да, метра два примерно, полтора-два. Вот этот вот метровый примерно. Даже мне поменьше, сантиметров 80, что ли. Ну, в общем, в итоге все равно вот это надо разбирать и подготавливать. Здесь есть такие хорошие брусочки. Вот эти вот, допустим, пригодятся тоже очень. Вот хорошие, вот. Как раз все подойдет. А? Да, конечно, что с сапожками-то? Кстати, снежок вон запорошил. Здесь я все мотоблоком убирал. Смотрите, вся эта площадка была у нас в снегу. Вот снег. Разгребал, чтобы прицеп оттуда оттараканить обратно. Солнце, день чудесный. О, давай, стихоплет. Кстати, Людочка, я посчитал здесь. 4 метра вполне. Вот от окна, да?
И до этого столба вот можно сделать. Считай, и там обзор будет чуть. Ну да. И вообще во все стороны, кроме той. Я считаю, в принципе, вполне. Ну, да. И 2 метра. Сейчас подсчитаю. Ой-ой-ой. Скользко тут, кстати. Вот здесь вот с крыши нападало. Так я и ставил. Ну ладно, фиг с ним. Итак, раз, два. Вот 2 метра, да? Вот 2 метра. Вот встань вот здесь, пожалуйста. Вот здесь встань. Здесь я проеду вполне. Тем более это разгребем и нормально. Да, да, вполне. Вот здесь можно строить. Ну что сказать. Значит, определяемся на этом месте. Будем ждать. Вернее, будем строить будку и ждать нашу, вернее, красавицу Фалли. Мы ее назвали Фалли. Вот такое вот красивое имя Фалли. Вот так вот, друзья. Так. Ну что, включимся. Сейчас продолжим. Сейчас разгребем. У нас там тоже вот под навесом надо чуть прибрать. У нас постоянно приборки одни. Девчонки, допустим, раскидают, мы прибираем. Вон даже колясочка там у них стоит. Но опять же, она под навесом. Ладно, поставили. Вот, ладно. Давайте. Встретимся. Включимся. Брус, я про что и говорю. Круто. Надо вот эти еще притараканить нам будет. Вот эти. Если еще при... Если дадут, да. В такое время. Пандемийное. Кстати, надо будет сделать горку. Девчонки уже оккупировали горку. Вот. А горка еще не сделана. Они только там рвут пленку. У нас там песочная куча. Вот. Людочка что-то кричит, не может найти перчатки в моей сарайке. В моей, потому что я там в основном все пользуюсь, работаю, прибираюсь. Сейчас не найдет. Приду, пускай поищет. Будет знать, где что лежит. Нашла? А? Нашла, да, какие-то. Сверху там? Я не сверху искала. Не поняла, как сверху искать. Сейчас схожу. Сейчас, ну, я делаю здесь. Не может она найти без меня. Как я не могу найти без нее. На кухне. Я в своем хозяйстве это все найду, а в своем-то не очень.